но раздеться точно не готова. Но... Пока или вообще? Как вас зовут? Анастасия. Ну а если полностью фамилия, имя, отчество? Панкратова Анастасия Олеговна. А сколько вам лет? Простите за нескромный вопрос. 31. Почему решили участвовать в Мисс Блокнот Волгоград 2020? Я хочу, наверное, показать всем девушкам, что можно быть не только мамочкой, но и красивой девушкой. Что не надо про себя забывать. У вас есть дети? Двое. Угу, значит, есть муж? Нет. Так, значит, абсолютно свободны? Да, все верно. И готовы к отношениям? Возможно. То есть это такого образа или, скажем, такого характера некий пиар-ход, чтобы потом еще и кавалер найти? Ну, не помешало бы для плюсика. А если люди вам будут писать в социальных сетях о том, что вы участвуете в Мисс Блокнот Волгоград, очень клево, очень здорово, что вы участвуете, можно ли с вами встретиться, как вы на это будете реагировать? Ну, я всегда открыта для общения, я люблю новые знакомства. Нет. То есть, как бы вы не против? Да. Из какого района? Из Дзержинского. А кто будет за вас болеть? Друзья, близкие, много кого наберется. Ну и самое главное, скажите, чем вы готовы удивить нашу публику, нашего зрителя? И самое главное, чем вы готовы шокировать Волгоград? Наверное, своей харизмой, своей улыбкой. Я тоже так говорю. Хорошо, а какое у вас есть, не знаю, хобби, увлечение, чем бы вы сейчас могли вот реально вот перед камерой нас удивить? Может быть, станцевать, может быть, спеть, может быть, рассказать стихотворение, может быть, в конце концов, просто раздеться для Виктора. Это тоже новое знакомство, между прочим. Ну, раздеться точно не готова. Пока или вообще? Вообще. Даже если на кону 100 тысяч, от этого будет зависеть, выиграете вы или нет? Пожалуй, нет. Если это будет финал нашего конкурса, и вам говорят, вот, у нас осталось две участницы, 100 тысяч у нас в конверте, кто разденется, тот и забирает. Ну, наверное, я все-таки пас. То есть пойдете без денег? Да. Ну, главное, с Витькой. Да, Витька? В караоке часто ходите? Ну, в последнее время что-то не очень, карантин же. Хорошо, дома перед зеркалом. Танцуем. Вот, давайте. А есть ли у нас музыка, Виолетта? Будьте добры, пожалуйста, музыку. Ну, мне кажется, достаточно, потому что Игорь уже вспотел. Многие всегда задаются вопросом, кто этот Виктор и кто этот Игорь. Игорь – видеооператор, Виктор – фотограф, но он сейчас занят тем, что рассматривает вас в приближенном состоянии. Кстати, как вы на это смотрите, когда ваши фотографии рассматривают в увеличенном формате? Мужчины, которым уже далеко за 30. Ну, мне кажется, девушку нужно смотреть полностью, а не отдельными частями. Все узнавать изнутри. Изнутри? Прям сразу? Как-то вы лихо, я скажу, ну да ладно, пускай будет так. Хорошо, еще один вопрос, что вы больше всего цените в мужчинах? Заботу. То есть, если он будет о вас заботиться, то все будет хорошо? Это главное, да. Что пожелаете своим соперницам, участницам нашего проекта «Мисс Блокнот»? Стремиться, меняться и не бояться участвовать. Ну, победа за вами, мы поняли. Спасибо, у меня вопросов нет.